Всем огромный привет, друзья! Мы сегодня вместе с папой будем открывать, делать обзор посылки. Заказали себе на рыбалку в магазине, который называется «Флагман». Вот, кому интересно, для рыбаков. Разные всякие прикормки, закрыги для рыбалки, вот, которых, в принципе, в такой свободной продаже в магазинах очень тяжело найти. А под заказ в интернете очень много. Заказали целый комплект на этот год, чтобы ловить. Это мамалыга с гороха и с конопли. Там где-то будет... А нету листочка с ценами, чтобы показать? Нема? Нет. Может где-то и есть, но тут я не вижу. Не вижу. А ну давай посмотрим. И такие вот, по-моему, где-то чипо 45 или по 50, не буду врать. Вот смотрите, это вот такая мамалыга, сделанная из гороху и конопли, килограммовая. Тут есть 500 грамм и килограмм. Она, в принципе, видите, такая мягенькая. Там внутри такая, как водичка. Она потом разводится, перемешивается и делается с нее закрыга. Очень классная штука на рыбалку. Что там пишет? А, видишь, а тут другая пишет, что она натуральная. Они разные. Вот такая мамалыга с гороху и тоже с гороху, но это натуральная. Тут, наверное, нету добавок конопли. Вот тут у нее тоже килограммовая. Разных позаказывали. Это... Только я не знаю сроки годности, надо Мамалыга. Будет посмотреть. Мамалыга. Вот. Тоже классная штука. А это тоже, видите, мамалыга, но она сделана из макухи. То есть тут еще идет добавление макухи. Тоже очень хорошая для рыбалки. Оно не твердое. Да. Кто ловит карася, коропа, то это очень хорошая штука. Разных мы взяли таких. А это только конопля. А это да, только с одной конопли взял. Хорошо ляж берете. Вот я разных взял, я помню. Посмотрим, что тут еще есть. Чеснок. Что было? А вот это, видите, чесночное. Это очень тоже хорошее на карася. Вот. Ну там по чуть-чуть можно будет смешивать, можно будет добавлять других разных каких-то. Да, нет, тут же есть горох с коноплей, еще не разные. А это тоже горох с коноплей. Это две я одинаковые воду взял. 6, я по-моему, чи 8, чи 9 их было. Сладкая кукуруза. Это вот, видите, тоже мамалыга, сладкая кукуруза. Вот это тоже очень хорошая на короб. Видно, что оно не просрочено, вот 29-го, видите, и вот мягенькая-мягенькая, хорошая. Это хороший анис. А это мамалыга с добавлением аниса, да. Все килограммовое. Ну, сколько тут получается? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 8 упаковок. Вот я взял. Ну, на этот сезон хватит. На ланька и на карася. А это да, это какая-то у них новая была, видите, прикол. А, это не новая, это Real Fish, очень, кстати, хорошая. Да, тут ленок и карась, и тут идет добавление творога. Вот очень любит ленок творог. Тоже такая вот разводится, можно и как закрыгу использовать, и как прикормку тоже можно использовать, тоже хорошая такая. Пошли тут кассеты. Видишь, листочка нет. А нету листочка, ну покажи. Пусто, ничего нет. А, не поставила, я думала не поставить листочек с ценами. А это вот, смотрите. Ой, подожди, вот так вот. Я хочу сначала в таком виде показать. Вот, видите, тоже такая вот, потому что у нас одна есть кассета, а это немножко другая, с разными такими секциями. Можно вот сверху сюда тоже вкладывать. И там я еще взял разные такие пружины. Сейчас я покажу. Ну, тут вот это более прочный тут материал. А это есть такой канал... Михалыч называется. И вот он ловит на вот такие вот пружины. Тут получается... А давай откроем, я одну тебе покажу. Я не помню, сколько их штук взял. Раз, два, три, четыре, семь штук я их взял. Семь. А вот это, по-моему, специальные такие штучки надевать на крючки, чтобы не запутывались, когда ты уже использовал. Да, тоже в таких магазинах очень тяжело найти. А там... То есть тут какой получается принцип? Тут как вот на убийцу карася, когда ловят, да, то там получается 2-3 пружины. А тут груз получается на дне. Всего-навсего одна пружина и два крючка. Только тут тоже оно перепутано. Ну там запутаны крючки на пружину. Сейчас подожди дальше.
А вон они есть. Чтоб лучше было видно. Вот. Вот это две пружинки. Ну, получается вот такой вот принцип ловли. А тут что, тоже запутано? Не, оно так и есть. Не, оно так не должно быть. Она пружина ровно должна быть. Она тоже запутана. А, она зашла туда. О, теперь правильно. Вот так вот получается. Вот тут, крючка, тут идет наживка, одна, вторая. Вот тут посередине вот эта закрыга, что мы купили разные мамалега. И вот очень хорошая. И тут грузики. А не написано, сколько, наверное, грамм 35. А вот это получается запасные. Вот видишь, вот такие штуки, что когда ты сматываешь, чтобы крючки не путались, одеваешь на крючки, а, вот на эти крючки. Штуки. Да. Очень классная штука. Ну, это все... Для фидерной ловли, для ловли вот на убийцы, на вот такие вот тоже штуки. Ну, не вовнутрь положили, в коробку. Вот сколько. Сколько всякой прикормки. А вот это кассета для снастей специальная. А, тут еще одна, вот видишь, прикормка есть. Еще сейчас одну штуку покажу. Вот это, видишь, лучше даже, чем те. Мы можем вот эту больше положить, потому что тут и больше секций идет, и специальная, вот видишь, сделанная для длинных поплавков. Материал тут да. Хороший. Это тоже вот такая вот прикормка. Гейзер называется. Это хорошая на карпа. Чем она хорошая? Вот видите, какая тут вот внутри такие всякие добавки. Что она создает эффект такой, что оно вот в воде начинает вот так вот как пузыри идти. Видите, она рассыпается. Очень тоже классная trail fish. Кто любитель рыбы? Рыбаки, вот это очень хорошо, это с творогом, а вот это гейзер, вот видите, для ловля карпа, карася, амура и толстолоба. И в составе идет кокосовый орех и натуральные специи. Очень тоже классная штука. А вот это я смотрел канал вот этого Михайловича. И сейчас, в принципе, его смотрю. Это, короче, такая добавка. Он всегда вот это добавлял. Я не знаю, ну попробуй открыть, подивимся. Значит, он вот это добавлял в прикормку и в закрыгу. Называется меляса. И она с клубникой внутри. Запах такой чесночный дает нос. Да, чеснок и клубника. Вот, вот это он, когда перемешивал, добавлял вот эту штуку. Видишь, тут клубника, а там что? А, вон написано кальмар, смотри. Сверху кальмар и клубника, а тут чеснок у тебя. А ну вот этот откроем, понюхаем как. Ну это тогда и чеснок. Это просто чеснок, да. Сильный. Вот это, кстати, очень хороший чеснок на карася. Карась любит чеснок. Приятный такой запах, как варенье. А это кальмар и клубника, да. Угу. И вот это я смотрел Михайловича, он вот эту мелиссу, ну мелиссу, господи, мелясу вот эту смешивает с вот такой вот закрыгой. Вот. И он и ленков ловил, и карасей, и карпов очень много, да. Что я... Ну, вот это тоже. Виля. Кто это? Это уже надел. Вот, это разве Вилли? Да. Хотел выпрыгнуть лавку. И вот такая вот, видите, такой вот ящик хороший для рыбалки. Ну, пока у нас есть два новых, но... Этот мощный такой хороший. Вот этот очень хороший, да. Вот в этот один мы, в принципе, сможем все и поскладывать, да. И крючки, и это все. И тут вот на дно тоже, видишь, и клещи могут влезть. Вот эти. А вот это что такое? А, это дополнительно. Вот эти перегородки. Вот тут вот можно делать секции. Вот тут и тут. А давай можем сюда и уже повкладывать, вот, чтобы они не валялись. Видишь, вот сюда. Это для крючков, скорее всего. Еще вот это очень удобно, что она, вот видите, плавно, ровно закрывается, что крючки у вас не повыпадают. То есть вот так вот раз себе закрыл, вот, если аккуратно, то оно ничего отсюда не выпадет. Такой вот. Хорошая кассета. Мини-чемодан, да. Вот в эту кассету мы все и поскладываем. Вот это тоже можно будет положить сюда. Вот это очень штуки классные. Так что будем ловить на вот эти, вместо того, чтобы ловить на... А, вот это тоже, видишь, пружина, ну какая... А, такая же самая. Я их 7, надо будет осторожно, чтобы их не рвать, чтобы потом в магазине не найдешь. Нехорошую. И вот это меляса, вот это будет, надо будет в этом году испробовать. В магазине такого нет. Попробовать, да, вот это добавлять, что надо экспериментировать с рыбой. Я вот это насмотрел у своего Михайловича. Надивился, думаю, буду так, как он. Вот это, я не знаю, можем в ящик или можем оставить вот эти штуки. Ну, все с собой не а, вот это ж еще. А где еще второй такой был? А, глянь, где? О,
Барбоса. Добре, що вона не побачила. Не. А то б ще швидко пішло в ход. Да. Вона вже десь. Долька би вже розодрала. Так, сколько это все стоит, я не знаю, нету цены, ну, примерно на все вот это потратил 2000, чтобы вы понимали, на чемодан, на вот эту милясу, на вот эти пружинки, две прикормки и куча вот таких вот всяких мамалыга с гороху. Короче, классная вот эта штука, кому надо будет, я потом под видео оставлю ссылку на магазин. Вот. Там есть меньше порции. Вот это килограммовая, а есть по 500 грамм. То есть можно еще и по 500 грамм себе заказать. Но для рыбалки это очень классная штука. То есть можно, в принципе, и самим сделать, но лучше все-таки купить вот такую вот готовую и не заморачиваться.